Этнокультурный комплекс «Хаскиленд» – это уникальный проект, который позволяет всем желающим познакомиться с жизнью, традициями и культурой народов Крайнего Севера. Гости, которые к нам приходят, они могут узнать, как жили и живут на Чукотке, побывать, конечно, в замечательных юртах, узнать, как это все происходит, посмотреть на замечательных собак хаски, погреться у костра. Некоммерческое партнерство «Народная дружина» и этнокультурный центр северных народов «Хаскиленд» организовали экскурсию и для тех, кто не может ее себе позволить. Желающих много. Приоритет у нас – это малоимущие семьи, многодетные семьи, которые приехали по 7 человек детей. И приехали посмотреть, что здесь и как, послушать историю всего создания «Хаскиленд» и покататься на санях, конечно. И дети, и взрослые могли после обзорной экскурсии по парку поиграть в чукотские городки, посоревноваться в перетягивании каната, погреться в яранге. Это переносное жилище некоторых кочевых народов северо-востока Сибири. А также послушать лекцию по основам магической реальности, узнать об основных законах мира шаманов, о том, как они применяются на практике и как с их помощью улучшить свой повседневный быт. Возьми самые быстрые нарды! Иди туда и привези эту еду, и привези этих людей. Но самая интересная часть экскурсии – знакомство с хасками. На территории экопарка работает питомник сибирских хаски. Это самая добрая и умная из пород северных ездовых собак. Их можно погладить, сфотографироваться и не бояться, что они на вас рассердятся и укусят. Человек для них – самый большой друг. Самое интересное была такая пушистая, которая такая вот. Супер впечатление. Еще раз обязательно. Потеплеет немножко, я думаю, обязательно с семьей выберемся. Хаски, в общем, очень добрые, красивые собаки. Обязательно еще сюда поедем. Существует очень красивая чукотская легенда, почему у хаски такие голубые глаза. Собака, которая жила у моря, долго смотрела в морскую даль, и они приобрели такой красивый оттенок. Впрочем, встречаются собаки с желто-коричневыми глазами, а еще и с гетерохромией, феноменом, который проявляется в разной окраске глаз. Нужно вот плотно на лыжах, поворотах немножко надо, собаки умные сами придут. Держимся прочно, едем здесь в конце вот этой штукой. Одной ногой на лыжи, другой подтормаживаешь. Давай, давай, вперед! Собачья упряжка – традиционный вид транспорта народов Севера. Изначальное применение сибирских хаски – бег в груженой упряжке. Хаски очень выносливы, они способны приспособиться практически к любым погодным условиям. Настроение хорошее. Больше всего нравится в них то, что они как бы разбегаются. Когда разбег идет, очень плавно так, нет слов. У нас у самих хаски завели недавно прям. И вот хотели увидеть, как покататься, ну, много чего. Несмотря на морозный январский день, все получили огромный заряд энергии, который в основном, конечно, был приобретен в общении с удивительными собаками и оставили только приятные воспоминания от посещения этого уникального парка. Наталья Буслаева, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.